ракета. Развернулся, понял, что два соперника перед ним. Зачем лезть на них? Лучше сменить фланг атаки. Сейчас как будто бы в большинстве играют хозяева льда, и они сравнивают счет в матче. Активность привела к взятию ворот. 1-1. Здесь помимо активности, конечно, надо говорить о том, что мастерство сейчас проявили игроки омского «Авангарда». Это было видно и в передачах, и в выборе позиции. И, конечно же, первая шайба Пьянова – это, наверное, удача для самого хоккеиста, потому что за все проведенные матчи ни одного набранного очка, а здесь эффектно, стоя на коленях. Да, здесь в борьбе пришлось падать, но, по крайней мере, нашел он эту шайбу и одной рукой, держа клюшку, перевел шайбу